Будем вместе. Сегодня в Якутске стартовал третий республиканский слет приемных семей. Ежегодный слет нынче посвящен сложным медицинским и психологическим вопросам. Специалисты в первую очередь уделят внимание на проблемы закрытости приемных семей, на признаки суицидов и другие. Обсудить проблемы собрались более 30 приемных родителей из разных улусов республики. Своим опытом с участниками слета делится учредитель детского семейного дома «Нур» с города Талгар, Республики Казахстан. Я бывший министерский работник, сейчас открыла благотворительный семейный детский дом «Нур». Уже существует 19 лет. Вышли из моего детского дома 700 детей. Из них 350 детей с высшим образованием, остальные все имеют среднее образование. Все получили профессию, все работают во всех уголках Казахстана.